Сегодня в Ханты-Мансийске в здании окружной государственной библиотеки торжественно вручат международную литературную премию «Югра». Это уже 10-я юбилейная церемония. За время ее существования лауреатами стали более 60 писателей, поэтов, критиков из России, Беларуси, Украины, Сербии, Болгарии, Македонии, Греции, Чехии и Словении. Премии вручают в 5 номинациях. Уже известны имена лауреатов, которых отметили за литературные заслуги в 2016 году. Так, в номинации «Краеведение» за книги о путешествиях по Югре будет награжден психотерапевт и этнограф из Нижневартовска Валерий Михайловский. А в номинации «Славянская книга» Януш Леон Вишневский, один из самых популярных писателей современной Польши. Он автор бестселлера «Одиночество в сети».